теперь 182 мощный сантиметра для этой весовой категории и по сравнению с Вальдесом, у которого... И при этом надо отметить, что по любителям они так и не пересеклись. Ну что, первый раунд. Давайте смотреть. Здесь должна быть как минимум разведка хотя бы какая-то. В светлых шортах. Чемпион, претендент черно-золотистых. Тщательная разведка и проверка, выбор дистанции. Все малейшие нюансы сейчас должны быть проиграны и учтены. Это за плечами две Олимпиады, конечно. Да. Но при этом, что примечательно, именно Оскар первым стал чемпионом в 2016-м. И где-то опередил он Гельбершельда на полгода. Но надо отметить... У Берчельда был такой, конечно, довольно планомерный ход. Следующий защитой он это дело подтверждал. И становился все ярче, все сильнее. И все убедительнее в своих победах. Да, там же такой список послужной. Варгас. Кстати, опять-таки, что касаемо Оскара Вальдеса, кое-кто поговаривал, что его тренер Эдди Рейноса, в общем-то, перестал удовлетворять требованиям, которые необходимы для его подопечного. И даже поговорили о том, что Вальдес в какой-то мере остановился в своем развитии. Наверное, пока ничего такого серьезного не происходит. Ну вот, сблизились. Увидите, да, насколько больше смотрится чемпион по сравнению с Вальдесом. Пошел вперед. Более откровенно уже. Но у Берчельда разбит нос при этом, надо отметить. Что? Нос разбит. У Берчельда вот несколько раз Вальдес по нему. Серийные атаки – это его стихия. Ну, неплохо, достаточно острым джебом пока прошивает периодически защиту Оскар Вальдес. И второй раунд закончен. Берчельда – это не главный компонент в его действиях вообще. И даже вот если он поднимает перчатки, как сейчас, да, вот высоко он держит их у головы, но это больше формально даже. Это не такой блок, который нельзя пробить. Чтобы больше, чем Вальдес. Удар по затылку. Если он его донесет, то... Берчик может даже опуститься на настил ринга. Но это надо еще... Да, надо еще попасть. Попасть, да, и улучшить момент для этого. Если он его донесет, то... Берчик может даже опуститься на настил ринга. Но это надо еще... Да, надо еще попасть. Попасть, да, и улучшить момент для этого. Самыми лучшими. У него могут возникать там проблемы. Сейчас хорошо ушел Вальдес от канатов. Немножко отпружинил. Хорошо. Берчельд сбил правую руку соперника и пошел вот пытался так вот прессинговать. Догнать, да, но гонка остановила. Четвертый раунд. Силовые удары за третий раунд. Начинает тоже перестраиваться потихонечку Оскар. Чаще работает, пытался в другом практически. Попадает сейчас справа. Мексиканского стиля. Ну вот, вблизи, да, войти. Попал. Опасно было. Ничего с Берчельдом.
Вальдесу никакого резона нет. Ну как и толкнул, да, и прям побежал сейчас Вальдес на соперника. Сколько пол ринга как минимум пришлось пробежать. И включаются эмоции сейчас. Ну вот, да, 4 раунда. Ну, наконец, средняя мексиканский дистанция, стиль, да, начинается размен. Апперкот хороший какой. От Вальдеса, замечательный. Прямо на пятках назад отступал сейчас Берчельд. И Вальдес, естественно, это видит. 40 секунд еще боковой, у него есть. Правый боковой ух доход. Ты, вот это да. Претендент красавчик в этом. Посмотрите, классный раунд для него. Берчельд отмахивается. И Берчельд себя чувствует очень нездорово. Да-да-да-да. Он еще не отошел полгода. Даже не будет того момента, вот этот левый боковой. Да-да-да, болтает, сейчас прям танцует на ногах Берчельд. И снова боковые удары. Вот эта тройка зашла. Еле стоит на ногах уже. Отлетает канатом. Будет отсчитан нокдаун, да, конечно. Да, но он облокотился. Посмотрите, его ведет. Ведет чемпиона. Он еле стоит на ногах. Но... ух, ну спасает его. Его откровенно спасает гонг. Да. Смотрим повторы как раз тех самых эпизодов. Здесь вот апперкот. После апперкота, да, слева. Но после апперкота он вообще плыл. А что интересно, первый-то удар, который вот так потряс Берчельда, это был джеб, и не самый силовый. И вот та самая тройка, после которой Берчельд прям, ну, вот продолжал танцевать. Вопрос, ну что, насколько он восстановился, да, за минуту. И по-прежнему какие-то ноги деревянные такие немножко. Естественно, Берчельд будет сейчас максимально стараться двигаться, будет вязаться в клинче. Но это было удивительно. Ну, вот эти джебы. Ух, опять вам вот сейчас отличный, кстати, боковой зашел. Они проходят, они довольно силовые. И когда соперник еще полностью в себя не пришел, это может стать решающим фактором сейчас. Снова боковой удар. Хорош. Если честно, обратите внимание на то, как на ногах движется Берчельд. Потому что он по-прежнему нет вот такой пластичности, нет точности в его действиях. Именно такое ощущение, что у него до сих пор моторные центры не заработали до конца. Да. Нет работы в корпус. Очень жесткий акцент. А сейчас на голову. Смысла работать в корпус нет, потому что Берчельд, в общем-то, никакого особого движения не демонстрирует. Вот, ну, вот если только отвлечь внимание, что в ногах появилась вот, деревянность, когда он как на палках перемещался, уже прошла. Крепко было знатная. Да, но чуть-чуть пораньше бы, и Вальдес, вполне возможно, был бы уже чемпион. Ну что, в конце пятого раунда было похоже, что Берчельд остановился полностью. Посмотрим, что он сейчас предложит. Он проигрывает. Ему нужно идти вперед. Соперник на кураже. Пока двигается хорошо и не проявляет никаких признаков усталости. Я тут, знаете, Борис Сергеевич, о чем думаю, что нередко же бывают такие случаи, когда вроде потряс соперника, отправил его в нокдаун дальше, а добить-то не смог, и дальше соперник восстанавливается, ну, и потом перехватывает инициативу. Случаи, и вот теперь уже ответные от Вальдеса. Очень неплохой апперкот, здесь работа по корпусу, и сейчас как раз Вальдес ввязался. Где серия знаменитая Берчельда? Вот, ну, вот попытка была какая-то. Да, попытка. Ой, здорово, он сейчас пробивает. Правый боковой. И пошел вперед. На бой начинается. Вот здесь сейчас очень важен будет функционал. Вальдес бросает правый боковой. Вальдес
На бой начинается. Вот здесь сейчас очень важен будет функционал. Вальдес бросает правый боковой. Пятится бой примерно к тому же самому ритму. Вальдес, да, теперь Берчук начинает прессинговать. Догнал. И попал сейчас справа. И вот его серия, Но при этом Вальдес хорошо закрутил. Справа от себя. Вяжется. Пытается срывать атаки. Берчуга нет никаких признаков усталости. Все ушло. О, хороший. Боковой навстречу. Если бы боковой точно лег. А вот этот справа боковой неплохой был. От претендента. Вот сейчас тоже в обвод. Успевает все-таки опередить Оскар Вальдес соперник. Да, уже. И ничего еще не ясно. Снова отличная атака. Неожиданно для Берчельда. Да, он только собирался. Он прям встал на ногах сейчас. Свои действия, как пропустил вот эту короткую серию, которая закончилась правым боковым. Кстати, что интересно, там на экранах сзади. Вот этих длинных серий от Берчельда сейчас мы почти не видим. Их и так-то было не очень много. Да, меньше гораздо, чем ожидалось. И снова боковой от Вальдеса. И опять правый боковой и выход. Как же мне нравится, как Оскар выходит из-под этого прессинга. То есть вроде бы более габаритный, более мощный соперник, а далеко не всегда успевает догнать под... Боковой. Кто-то ругается на испанском. Только я не понял, с какого угла. И раунд закончен. Как-то более уставшим начинает выглядеть Оскар Вальдес. Ну, вот после... сейчас закончится. Явно, да. Так, девятый раунд. Не видит очень часто Мигель Берчельд вот этого удара джеба, слева. Да, и джеба не видит, и обводящего бокового левого. Здорово. Плотный боковой. Но здесь уже Берчельд его видел. Принял на себя, конечно, но потрясен не был. В четвертом раунде. Он был на грани, но остался на ногах. И опять встречный боковой слева от Вальдеса. Достаточно часто. Посмотрите, снова навстречу. Здорово. И ушел, развернулся. И да. Попадание, и падение как раз. Мигель Берчельда. Второй нокдаун для чемпиона в этом бою. Но времени 55 секунд. И рвется, конечно же, Оскар Вальдес. Вперед. Боковой заходит. И теперь уже пора ноги включать как раз Мигелю Берчельду. Вот снова пропускает. Включился, теперь да. Серию выдает Вальдес. Да, так и не подобрал ключик соперник. Выдать все свои козыри. Правый боковой. Ну, вскользь. Но, тем не менее. И вот сейчас встречный боковой. Вот этот был более жесткий. Вот, апперкот. Не видел, такой, кстати, этого апперкота. Да, Берчук. И заплыл немного правый глаз сейчас у Мигеля Берчельда. И лишний раз еще рефери напоминает о том, что надо бить переднюю часть лица.
как бы коряво это и не звучало. Серьезно соперник. Перебивает. Ух ты, да, боковой. Вот тот самый левый боковой, который уже не раз Берчельда беспокоил. И не то, что беспокоил, а практически разрушил его. Берчельд не знает, в общем-то, что делать с соперником. Он так и не понял в этом бою. Вступает назад сейчас. Вальдес прям раздергивает. И, кстати, Берчельд начинает реагировать на даже финты вот эти. Но он не реагирует на удары. Вот Оскар. Ну, Оскар, все получается. Гораздо более медленно сейчас. Так подскользнулся, да. Гораздо более медленно. Посмотрите, он еле идет. Да, и там вот, видите, воды очень много было на это. И поскользнулся поэтому Вальдес. Главное, чтобы вот в таких падениях каких травм не было обидных. Там ногу подвернуть. Да, а я, кстати... Берчельд сейчас только вот, ну, если только лаки панч, вот больше... Да, да, прилетит. Но Берчельд как-то очень не похож сам на себя. То есть, возможно... Не похож, потому что два раза был в нокдауне. Да, и он после... Он ничего не может сделать, он не может поймать соперника. Вот, пожалуйста, это нокаут. Это нокаут однозначно. Вот никаких вопросов. Просто с опущенными руками. Вот тот самый левый боковой. Да. Апперкот разве? Мне показался левый боковой. Но сейчас на повторе посмотрите, это тяжелейший нокаут вообще надо отметить. Тяжелейший просто. Да, крушение. Другим словом не назовешь. Крушение чемпиона, которого все считали уже закончившейся звездой. Ну а Вальдес, конечно, творит историю. Отдает должное сопернику. Ну, а Вальдес, конечно, молодчина. Очень здорово был готов. Рассмотрим повторы. Вот как. Летел открытыми руками. Летел вперед, выставив голову. И налетел на встречный удар. Мигель Берчельд. На этом все для него было закончено. Да. Такой чуть снизу, левый боковой, точно в челюсть. Крушение. Крушение чемпиона. Седьмая защита для него стала роковой. Мы на этом прощаемся, друзья. Для вас работали...